Осторожно, болото. Во дворе по улице 2 электронная. Образовалась метровая яма с водой. По словам жителей, появилась она после ремонтных работ сотрудников Саратовводоканала. И уже больше 3 месяцев людям приходится с опаской обходить глубокий провал. Кроме того, несколько недель назад двор начало подтапливать водой. Причина, как предполагают местные жители, может быть в очередном порыве на коммуникациях. На жалобы жителей двора, по словам людей, никто не отреагировал. Тем временем яма стала местной достопримечательностью и местом отдыха. В социальных сетях даже появились фотоснимки того, как дети играют в грязной воде образовавшейся канавы. Чем она опасна? То, что дети здесь гуляют. Они вон кидают камни сюда, я уже их гоняю. Я вот на первом этаже живу. И я их без конца отгоняю только, чтобы не попали они в яму. Один ребенок уже попал, но правда вылез. Это делал водоканал, сделал ремонт. И она стояла долго, ее зимой копали, потом засыпали, а потом опять бьет. Вот здесь засыпали, опять разрыли, там же опять что-то бьет. Трубы гнилые, нужно менять все, а не чопики забивать. Наша съемочная группа обратилась с вопросами в Саратовводоканал. Сотрудники пояснили, что этот адрес включен в очередь на ликвидацию проблемы. У нас заявок по течам по данному адресу не поступало в ближайшее время. О неблагоустроенном участке мы знаем. Он включен в график работ по благоустройству. По словам сотрудников Саратовводоканала, яму должны заделать в ближайшие дни. Мы будем следить за развитием событий.